Здравствуйте. Давайте с вами сегодня настроим ноутбук Acer модель E1-570G на загрузку с флешки либо с привода для установки Windows. Флешку установил в правый разъем, включаю ноутбук, жму клавишу F2. Все, попали с вами в BIOS, вкладка Main. F12 boot меню здесь у нас enable активно, то есть можно было через F12 подключиться. Так, мне вот SATA моды надо IDE, чтобы с флешки нормально загрузилось, загрузочной. Так, security пропускаем, boot меню. То есть надо грузиться с флешки либо с привода. Wi-Fi режим меняем на Legacy, окей. И переходим на Exit и перезагружаемся. После того, как перезагрузились, заходим опять клавишей F2 в BIOS. Опять переходим в boot меню, и теперь уже можем выбирать то устройство, с которых хотим загрузиться, жесткий наш привод либо флешка. Клавиша F6 надо с привода, F6 поднимаем привод, F5 опускаем вниз, надо с флешки, поднимаем вверх флешку. Все, флешку поставил, переходим на вкладку Exit, два раза жмем Enter на вкладке Exit. И ноутбук уходит в перезагрузку. Он будет грузиться с флешки, либо вот я жму F12, чтобы вызвать boot меню. Все, F12 нажал, boot меню появилось. То есть можно было все эти настройки не делать, через boot меню это сделать, если boot меню у нас активно. Я выбираю свою флешку в boot меню, либо диск, привод, если с диска ставим. Я флешку беру, и у меня начинается установка моей загрузочной. Моей загрузочной флешки, с которой я загружаю Windows без установки. Все, всем пока.